Послушай, если тебе нужна информация, боюсь, придется тебе раздобыть ее самостоятельно. Я сейчас по самые уши погружена в некромантию. Нет, я не практикую ее. Что ты? Я не хочу, чтобы кто-нибудь думал, что я имею отношение к таким вещам. Я имела в виду исследование. Ну, конечно. Не сомневаюсь, что совет пытается заставить тебя мучить меня дальше. Я только что выгнала отсюда Каранью и сказала им, чтобы меня оставили в покое. Я все время повторяю им, что я не могу добиться результатов, если мне не дают на это времени. Я не привыкла работать в таких условиях. Помочь? Не хочу обидеть, но я не знаю, какую помощь ты можешь оказать. Если только ты не хочешь снять часть работы с моих плеч, мне ничем нельзя помочь. Но я ценю твое сочувствие. Если ты хочешь задать какой-нибудь конкретный вопрос, это будет куда разумнее, чем опять спрашивать меня о некромантах. На этот раз конкретики больше. Наконец, хоть что-то, на что я могу дать ответ. Дай мне подумать немного. О, да. Есть один странный текст. В нем упоминаются эти камни. Думаю, он все еще должен быть где-то здесь. Хотя и Фалкар не положил книгу на место. Эта книга называется «Луна некроманта». Мне не ясно происхождение этого текста, но в нем встречается описание камней, которыми ты интересуешься. Боюсь, тебе придется разыскать эту книгу самостоятельно. У меня голова идет кругом после всех запросов, которыми меня закидали. Это весьма печально. Еще увидимся. Надеюсь, я смогу помочь. Очень интересный текст, правда? Нам повезло, что хотя бы один некромант уделил время, чтобы записать эту информацию. Я не знакома с тенью призрака, описанной в этой книге. Но я, в общем-то,
никогда не углублялась весьма, как бы это сказать, аморальные науки. Ты можешь взять ее с собой пока, если хочешь. Она может пригодиться совету, но попроси их вернуть ее побыстрее. Она может понадобиться мне опять. Прощай. Рад видеть тебя вновь. У меня есть для тебя сообщение от Серого Лиса. У Серого Лиса есть задание для тебя. Встреться с ним в доме Малинтуса Анкруса в Короле. Да, вступил. После моего вызволения из Кинградского замка я поклялся вступить в нее. Работа в одиночку не принесла мне удачи. Теперь я выполняю поручение самого Серого Лиса. Я у тебя в долгу за твою помощь. Да укроет тебя тень. Доброе утро. Помогла ли Тармина собрать информацию о некромантах? Отличная работа. Полагаю, это пригодится совету. Я прослежу, чтобы до всех было доведено ее содержание. Я никогда не слышал об этой тени призрака. Это какой-то небесный феномен? Если это так, то Бутиэль почти наверняка должна что-то знать об этом, ведь она заведует обсерваторией. Она должна быть где-то в университете. Потрясающее изобретение. Бутиэль — одна из немногих, кто понимает, как она работает. Еще увидимся. Салют! Дружище! Привет. Могу я чем-нибудь помочь? Призрак, говоришь? И он олицетворяет что-то на небесах? Это что-то мне напоминает. Дай подумаю. Ах, да. Теперь я вспоминаю. Некоторое время назад Фалкар спрашивал меня о том же самом, о чем и ты. Сказал, это нужно для его исследований. У него была с собой пачка записей. Боюсь, я не смогла тогда сказать ему ничего конкретного, как и тебе. Обсерватория находится в таком удручающем состоянии, и я ничего не могу сделать. Я нашла это после ухода Фалкара. Думаю, она выпала из его пачки, когда он уходил. Я тогда не придала этому значения, но вдруг она чем-нибудь поможет». Пока.
Приветствую, колдун. Приветствую. Значит, Фалкар также проявлял интерес к этому призраку и оставил эту записку. Возможно, ее изучение поможет нам найти какие-нибудь ответы. В этом списке перечислено несколько мест. Первое из них — Черный Излом. Его я знаю. Это пещера в горах к югу от Чейдинхола. Если там действительно существует алтарь, как сказано в записке, думаю, эта пещера напрямую связана с тем, о чем говорится в книге. Отправляйся в Черный Излом, когда эта тень появится в следующий раз. Попробуй найти там какую-нибудь связь с тем, что мы уже узнали, и скорее назад. Будь осторожнее. Все, что ты найдешь, окажется бесполезным для нас, если тебе не удастся вернуться. Думаю, мы имеем дело с очень серьезными силами. И постарайся избегать опасности, если это будет возможно. Пока еще... Оглянись вокруг. Ты не найдешь лучших цен во всем Тамриэле. Будь осторожнее. Я не понимаю, что Глистл нашла. Я бесконечно благодарна тебе. Только рада видеть на нее и... От всего сердца приветствую тебя, друг мой. Но ты немного рано. Твоя картина скоро будет готова. Может, наши просто пути еще пересекутся, друг Она мой? Она такая милая девушка. Не заставляй серого лиса ждать. Добро пожаловать. Давай поговорим. Я опять нуждаюсь в твоих услугах. Камень Савиллы открыл мне, что для выполнения моего плана мне нужно кое-что особенное. Это небольшой предмет, которым владеет могущественный придворный маг. Ты сделаешь это для меня? Я хорошо заплачу тебе. Отлично. Принеси мне стрелу высвобождения. Узнаешь ее по наконечнику в виде ключа. Придворный маг Бравила Фатис Арен недавно приобрел этот предмет. Можешь убить Фатиса, если это будет необходимо. Но только не в замке. Моя сеть доложит мне, когда ты это сделаешь. Возвращайся сюда со стрелой. Теперь нам нужно уходить из дома Малинтуса, чтобы не злоупотреблять его гостеприимством. Да укроет... Я ожидал тебя. Да укроет тебя тень. Как ты сегодня?
удачного тебе дня. Как поживаешь? Неплохо. Есть новости из других частей? Приветствую. У тебя руки целителя. А, это ты? Привет. Сейчас я не в настроении разговаривать. Твоя слава опережает тебя, герой Кватча. Врата Обливиона закрыты. Моему городу оказана огромная услуга. Теперь я с радостью пошлю солдат на помощь защитникам Брумы. Считай, что это уже сделано. Прощай. Опять ты? Мои дети голодают. Пожалуйста, помоги. Я пытаюсь накопить денег на лечение. А зачем еще нужны друзья? Фатис также владеет башней к юго-востоку от города. Именно там он держит свои самые ценные вещи, а не в замке. Только Фатис может открыть дверь в эту башню. Но где-то должен быть секретный туннель, начинающийся в замке и ведущий в его башню. Да пребудет с тобой благословение Аркея.
Регулус Терентиус, граф Бравила. Я очень занят и сомневаюсь, что ты можешь сказать мне что-нибудь, что могло бы меня заинтересовать. Он придворный маг. Его комната находится в северном крыле. Темная личность. Говорят, он якшается с Дейдра. Тебе бы лучше держаться от него подальше. Спасибо. Теперь, когда врата Обливиона, угрожавшие Бравилу, закрыты, я пошлю капитана стражи Виеру Лерус на помощь Бруме. И тебе всего наилучшего. Привет! Проблемы? Он придворный маг. Темная личность. Удачного тебе дня. Приветствую! Мне только А зачем еще нужны... Только Фатис может открыть дверь в эту башню. Но где-то должен быть секретный туннель. Да пребудет с тобой благословение Акатоша.
Оу! Что это? Где же ты? Thank you.
Добрый день. Некромантия, возможно, и разрешена в Сиродиле. Но сейчас, когда гильдия наложила на нее запрет, мало кто готов открыто признать, что применяет ее. Прощай.